Света, сейчас успели немного с тренером пообщаться по поводу боя. К какому выводу пришли? Что не получилось? Ну, чуть поторопилась, на самом деле. Надо было чуть помедленнее все делать, чтобы увидеть. Она тоже, в принципе, девочка немедленная. Если бы делала чуть помедленнее, наверное, бы по-другому бой сложился. Но так поняла свои ошибки. Вот. Есть над чем работать, как обычно. Расскажи, как сейчас чувствуешь, как готовилась к турниру? Готовка была прекрасна. У нас было много иностранцев на сборе. Очень много команд, все так дружно проходило, хорошо, весело. Вот. Ну, повторяю, что нужно, наверное, больше работать, еще, чтобы уверенность приобретать. Какие теперь планы у тебя на ближайшее будущее? Следующий будем готовить со взрослой командой к чемпионату Европы. Я не попадаю туда, я пятая. Вот. А потом чемпионат мира в Москве. Тоже не попадаю, пятая, как бы после четверки. Ну, будем болеть за наших. А в следующем сезоне уже будет Олимпиада, отбираться будем на Олимпийские игры. Посмотрим, как получится. Есть цель обязательно попасть в команду на Олимпийские игры? Цель попасть в команду есть всегда. И не только туда попасть, но и показать результат. Потому что просто попасть на Олимпиаду – этого мало. Как бы каждый спортсмен есть за медалью, а без медали там делать нечего на Олимпийских играх. Лучше сидеть дома и смотреть по телевизору. Спасибо большое. Спасибо.